Привет всем, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу вас познакомить с маркой Zadig & Voltaire. Аромат называется Tom 1 for Her Lapurette. Lapurette. В общем, здесь написано название аромата, как выглядит сама коробочка. Я вам сейчас продемонстрирую. Вот такой интересный ангел с крыльями. Девушка очень красиво оформили саму упаковочку, штрих-код. Это как будто книжка, в виде книжки. Прежде чем достать этот аромат из этой упаковки, я вам хочу сказать, что этот аромат у меня уже стоит год в моем шкафчике. И я решила доставать мои ароматы из моего шкафчика и делиться с вами, рассказывать про эти ароматы. Так вот, так выглядит книжка. Вот как здесь тоже ангел, так выбито, смотрите внимательно. Вот как книжка, да? Открываем, открываем, открываем. И сам флакончик, это фарфоровый флакончик, достается вот так легко. Дернуть надо за эту ниточку. Вот так. Все, упаковочку вам продемонстрировала. Идем дальше. Смотрим внимательно на сам флакончик. Мне приятно держать этот флакончик в руке. Ангел такой интересный. Молочные берега. Ничего тут не скажешь. Здесь вот как выбито, если вы там видите. Ну, конечно же, сейчас я нанесу его на себя. Люблю наносить на волосы. Хорошо держится на волосах. То есть хорошо держится на волосах этот аромат, на моих волосах. Естественно, надо нанести аромат, когда у вас волосы чистые, когда вы приняли душ. Пришлось прервать видео, потому что я забыла принести еще одну упаковочку такого же аромата, только это у нас лимитированный выпуск. Я год тому назад покупала этот аромат, хотела вам показать, как оформили флакончик, лимитированный выпуск. Видите, он весь в ангелах. Очень красивый, здесь корона и ангелы. Я купила на запас этот аромат. Если вам интересно, вы можете увидеть цену этого аромата. Смотрите внимательно. Недорого этот аромат стоит, совершенно недорого. Здесь тоже 50 миллилитров парфюмированная вода. Этот флакончик мне тоже очень нравится. И мне кажется, как раз кстати сделали вот этот флакончик белого цвета. Фарфоровый флакончик, непрозрачный, потому что отчетливо я слышу в этом аромате молоко плюс апельсиновый цвет. В общем, отчетливо слышатся вот эти ноты. Многие на фрагрантике пишут, что молока они не услышали, но этот аромат надо носить в холодное время года, потому что он не такой уж приятный в теплую погоду.
Он более звонкий в холодную погоду, более яркий, очень шлейфовый и стойкий. Вначале он резкий, но не противный. Есть иногда резкость противная, в этом аромате нет. Сразу открывается вот эта нотка молока. Апельсиновый цвет очень отчетливо слышится. Пион я там не слышу, потому что там есть нотка пиона. Значит, тонко бобы очень-очень легко можно уловить. Дерево гуяк я слышу, но здесь очень красиво вплели эту нотку. Иногда не любят нотку дерева гуяк, но мне нравится, если эта нотка красиво звучит в ароматной композиции, почему бы и нет. Поэтому я ничего не могу сказать плохого про эту нотку в этом аромате. Он очень-очень даже кстати, я бы сказала. Сегодня я хотела одеться в кожаные перчатки, рубашку светлую, ремень кожаный с разными стразами. То есть вижу я более такой кожаные штаны, хотя я сейчас одета в кожаных штанах. Кожаная куртка больше подойдет к этому аромату. Он красиво будет будет красиво звучать и соединяться вот с запахом кожаной куртки, вот этот аромат. Но поскольку пока в квартире холодно, отопление пока еще не включаю, нет смысла, и я решила одеться по-простому в свитер и все. Поэтому извиняйте. Еще хочу добавить, когда я его носила прошлой зимой, я его очень редко носила, но носила с удовольствием. Мой муж однажды меня спросил, что это за аромат? Что это за аромат? Я вот такая вся, знаете, с улыбкой, думаю, ну все, заметил, понравился мой аромат. Я ему говорю, это Задик Э Волтайре. Он говорит, слишком яркий, очень сильно я его слышу. Я говорю, ну, значит, хороший. Он говорит, нет, мне не нравится. В общем, моему мужу не понравился этот аромат. Но мне он очень нравится. Мне он, я скажу честно, очень нравится. Я его люблю. Поэтому я с удовольствием купила еще себе второй флакончик. Потому что не всегда можно встретить лимитированный выпуск аромата. Я в коллекцию для себя приобрела, да еще и по такой цене. Хочу попробовать мужскую версию этого аромата. На сайте Sephora, ну, на итальянском сайте Sephora, 100 мл мужского аромата сейчас стоит 20 евро. Если вам интересно, можете посмотреть. И мне хочется его тоже попробовать. Не знаю, посмотрим. Я еще подумаю, буду ли я покупать или не буду я его покупать. Кстати, я еще себе выписала, кто же нос этого аромата. Нос этого аромата Наталья Лорсон. Вот, сделала аромат от марки Yves Saint Laurent Black Opium. И еще несколько знаменитых ароматов. Выпущен этот аромат в 2012 году. И зачитаю вам нотки. Апельсиновый цвет, отчетливо я слышу, но он идет после нотки молока. Миндаль. Миндальная нотка придает сладость, но ненавязчивая нотка миндаля. Вот. Но больше я. Ой, я уже хотела принюхаться.
Но я больше всего слышу вот молоко вместе с апельсиновым цветом. Как будто бы я поставила стакан молока возле меня и веточку апельсинового цвета. Мускус чуть-чуть-чуть, но очень слабо слышится мускус. И если вас интересует, то вы поинтересуйтесь этим ароматом, потому что это шикарный аромат, да еще и за такие маленькие деньги. Он раньше, то есть как раньше, 2 или 3 года тому назад, если я не ошибаюсь, очень дорого стоил в магазине Sephora. Аромат мужской 100 миллилитров, я помню, стоил 90 евро. И, как я уже сказала, сейчас его можно купить за 20 евро. Я не знаю, с чем это все связано, что они его распродают за такие маленькие деньги. Ну, в общем, можно сейчас купить на итальянском сайте Sephora. Может быть, я еще вот такую бутылочку себе, флакончик такой себе куплю кому-то, может быть, на подарок. Пусть лежит. Тем более оформление такое шикарное. Шикарная вот такая вот книжка. Очень красиво. Что еще сказать? Больше нечего, потому что про один аромат много говорить тоже как бы нет смысла. Все сказала, все рассказала. Если что-то не договорила, вы меня спрашивайте, пишите в комментариях. Вот, обязательно отвечу. И что еще хочу сказать? Хочу еще сказать, что если видео вам понравилось, то ставьте лайки, пальчик вверх. А если вы хотите со мной пообщаться, пишите мне комментарии. И, наверное, с вами на этом попрощаюсь. Видео сделала маленьким, кратким. Надеюсь, что вам понравилось. Пока-пока. Я вас всех целую. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока.